Всем привет, меня зовут Зюба Дарья, и сегодня я расскажу вам о своих новинках и маленьких открытиях косметики Кико Милано. Но, как всегда, есть два маленьких, но и первый из них, ребята, я вас поздравляю, вас у меня на канале уже больше 30 тысяч. Почти 30, но еще чуть-чуть больше все-таки. И это так кайфово, это так классно. Я никогда не думала, что у меня на канале, на ютубе, будет больше подписчиков, чем в инстаграме. Это же... Еще год назад я радовалась 10 тысячам подписчиков в инстаграм, а на канале у меня было того меньше. Спасибо вам большое, что вы подписываетесь, что вы меня смотрите, что вы меня любите. А для тех, кто впервые на моем канале, жми подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного выхода новых видео. Девочки, оставляйте свои комментарии. Пользуетесь ли вы косметикой Кико Милано? Рады ли вы, что наконец-таки это косметика в России? Аллилуйя! Помню, совсем давно я хотела заказать с официального сайта, но у них был какой-то минимальный пакет, а я понимала, что мне этого очень будет много, и я не заказывала. А сейчас, когда Кико есть в России, это очень круто. Пользуйтесь, покупайте, ждете, любите. Оставляйте свои комментарии по этому поводу, мне будет очень интересно попробовать, любите ли вы Кико так, как я. И начну я с первого продукта. Это тени, 4 штучки в одной палитре, Bright Quartet. Это печеные тени, что очень классно. Оттенков 4. Я взяла 4-ю палитру. Это палитра для Smoky Eyes Profession. Здесь очень достаточно серые оттенки. Черный, матовый. И это очень круто, потому что этот черный совсем не сыпется. Его легко тушевать как непосредственно в очень легкие смоки сами по себе. Также и сделать стрелку. И мне очень нравится, что он не сыпется, потому что обычно черные тени у меня такие и под глазками, когда я пыталась ими что-то сделать. А здесь очень удобно. Остальные оттенки более светлый серый, более темный серый, они для меня не типичные, но я взяла специально эту палитру, чтобы вам показать, что есть и такое. То я вечно беру коричневые оттенки и чё? А здесь я взяла именно палитру для Smoky Eyes. И сейчас у меня на глазах светлое легкое сияние, это как раз тот самый светлый оттенок. Его можно использовать как хайлайтер. И я считаю, что эти тени очень крутые для женской косметички. Но без подложки они ведут себя нормально, но через 2 часа, где-то уже 2-3 часа начинают смаргиваться. Поэтому лучше использовать праймер. Консилер как праймер не очень подходит, потому что все-таки смаргивается. Поэтому лучше использовать более стойкий праймер для того, чтобы ваша красивая смоки никуда не убежала. Стоят эти тени со скидкой 810 рублей. Без скидки 1170 на официальном сайте. Следующий продукт, мимо которого я не смогла пройти мимо, это хайлайтер в стике Radiant Touch. У меня он в 100-м оттенке, их всего 2, более золотистый, более розовый. Я взяла себе более золотистый. На самом деле на коже он достаточно холодный, приятно кремовый, но я не скажу, что это прям такой строп хайлайт. Это скорее хайлайтер для повседневной жизни. В течение дня он ведет себя очень классно, это здоровое живое сияние, как на голую кожу, так и на основу. Ведет себя крайне приятно, не скамкивается, не наслаивается. Но добиться от него глосс-эффекта нет. Это скорее такое. Чуть-чуть даймонда на щечке. Стоит такой хайлайтер 900 рублей, но его можно отхватить со скидкой за 539 рублей. Угу, побежали и схватили. Экстра объемная тушь. Ну, не знаю. В принципе, у меня довольно-таки предвзятое отношение к туши, потому что для меня она недостаточно объемная. Обычно бывает, то сыпется. И вот эта тушь мне откровенно не понравилась, потому что щеточка у нее огромная. Она пачкает века. Очень легко испачкаться. Единственным плюсом, который я увидела у этой туши, это то, что она действительно, как заявлено производителями, очень хорошо прочесывает ресницы. Но вау, объема я вообще не увидела. И в то же время в течение дня было ощущение, что у меня просто темные ресницы. То есть не то, что они прям вау, а окей. Вот такие ресницы. И это не очень прикольно. Сейчас эта тушь у меня на ресницах, и я не скажу, что это прямо супер круто. Цена этой туши 660 рублей, но я честно за этот ценник поставила бы ей 3 Даши из 10. Вот даже оценить ее захотела. Следующий продукт, о котором я давным-давно должна была вам рассказать, но я не рассказывала, это Water тени. Это супер крутые тени, это бестселлеры. Я считаю, что у каждой уважающейся девушки должны быть такие тени хотя бы в одном оттеночке. У меня они представлены сейчас. Это 228 оттенок Taupo. Мне он очень напомнил Taupo в Новой Зеландии. Господи, когда же меня отпустит эта поездка из Новой Зеландии? Именно поэтому я решила взять в этот раз тени Taupo.
228 оттенок. Сейчас он у меня на глазах, но в сочетании с тенями из другой палитры. Это офигенные тени с шиммером. Огромная линейка цвета. Я взяла этот оттенок, потому что в последнее время мне хочется похолоднее. Сейчас я наносила их пальцем. Очень круто. Пигментация хорошая. Что на подложку, что без подложки. Но без подложки имеют свойство скатываться уже где-то через час, через полтора. Нельзя сказать, что эти тени отлично зайдут на голый глаз. Цвет будет офигенный, но стойкость хромает. Поэтому используйте праймер для этих теней. Но, блин, они же такие крутые. А еще этот дизайн. Просто, мамки мои милые. Это так круто. Прям туда хочется пальчиком-пальчиком обмазаться. Без скидки эти тени стоят 810 рублей за штуку, но сейчас на официальном сайте сейл, если заинтересовались. Паузу нажали и пошли. Румяна в стике Velvet Touch. У меня они в оттенке коралловая роза. Либо коралловый розовый, как вам комфортнее, прям под рубашечку. Сейчас они у меня на щечках. Очень легкие, легко наносить. Сделали два движения, разогнали как кистью, так пальчиками. Живут крайне приятно на лице. На видео не так их видно, потому что я не стала их переслаивать. Но на лице они живут крайне хорошо, как на голую кожу, так на крем, на праймер, на тон. В любом случае, это универсальные тени. Я бы не сказала, что это супер пигментированный продукт, который подойдет для fashion story, но для жизни и для клиентского макияжа очень круто, также для невест. Плюс приятный формат, и его реально много. Без скидки эти румяна стоят 810 рублей. На мой взгляд, это крайне крутой цвет под рубашку мужа. Да, ради вас и 30 тысяч я стащила у мужа рубашку и решила показаться вам в новом, немного лососевом упло. И еще один продукт, который у меня сегодня на лице. Как вы уже заметили, почти все продукты, которые я вам сейчас показываю, у меня на лице. Обмазалась и рассказываю. Это скульптор в стике. Их два оттенка. Я взяла себе 200-й, посветлее, для более светлых, бледнокожих. Но в то же время это более загарный оттенок, потому что второй оттенок, он более темный и более холодный. Я подумала, что мне будет неуверенно. Его также можно как на голую кожу, так и на основу. Его можно наслаивать. Сейчас у меня здесь на щечках на моих два слоя. Делается очень легко. Движение и растушевывается. Не плешивит. Очень приятное кремовое ощущение. Прям я влюбилась. И он перекочует ко мне как про кейс, так и в мою личную косметичку. Я чувствую, он все-таки в личную приедет. У меня скоро личная станет больше, чем... Эй! У меня скоро личная косметичка станет больше, чем профессиональная. Стоит этот стик 900 рублей, но его можно оторвать и за 630 рублей, что тоже крайне приятно. Поэтому еще раз повторюсь. Там и последний продукт, но самый вкусный я оставила, как всегда, напоследок. Это спонсор моих красных губ на сегодня. Стойкая помада Unlimited Double Touch. Сейчас она в новом издании. У меня она в оттенке 109 Strawberry Red. Такой очень ягодный, но в то же время красный, крутой оттенок. Я ее наносила на губы в один слой. Наносится очень легко, прям комфортно. Есть небольшое, немного неприятное ощущение липкости. Сейчас у меня без глоссового слоя. Кисточка с легким изгибом, за счет чего крайне легко работать этой штукой. Застывает она не прям вот так. Есть возможность исправить по контуру. Но если схватилась, масло вам в помощь. Оливковые, либо сливочки. Если у вас дома не будет гидрофильной смывки или смывки, с которой смывает стойкий макияж, как у меня получилось это дома, когда я первый раз попробовала эту косметику, точнее эту помаду, крепитесь, ребят. Шикарный пилинг вам обеспечен, потому что даже оливковым маслом я покоцала все губы. Это было очень неприятно. Надо было забить и смириться, и ходить с красными губами. Поэтому стойкость гарантированная. Я не ожидала на самом деле, я думала, что это будет какой-то... Но так себе. Оказалось крайне круто. У меня сейчас она в один слой, если нанести на второй слой, давайте нанесем, то цвет становится еще более яркий, насыщенный и глубокий. Ее можно использовать как матовую помаду, используя только цветовой первый шаг. Либо же, если вам хочется глоссовую помаду, которая блестящая, такая вкусная, и вообще хочется просто увлажнения, то можно использовать второй шаг. Это блеск. Кстати, этот блеск совсем не влияет на качество и на стойкость. Он просто немного увлажняет, делает губы более мягкими, и вот как раз-таки он пачкается. А если его чуть-чуть перебавить, он еще может и свалить. Поэтому его лучше наносить на серединку, делать так. А, да, очень липко.
Думаю, все, губы торчат. Если вам не хочется наносить этот блеск, можно немного припудрить губы, и они уже не будут такими липкими. Это супер крутая помада. Мне она очень напомнила помады стойкие от Makeup Atelier. Одни из самых стойких помад, которые я видела. Но они еще круче, потому что здесь красящий пигмент, он наслаивается очень легко, и можно слой на слой. После еды немного съедается по центральной линии, как раз по внутреннему краю. Но опять же, легко наслоить, ведет себя классно. Давайте я нанесу сейчас глосс. Терпи, чуть-чуть осталось. Мяу. И если на цветовой части очень приятная кисточка-аппликатор, то на втором шаге, на прозрачном блеске, там простая кисточка, и можно было как аппликатор, кисточку. Не бойтесь, что будет пачкать. Ничего не пачкает. Кисточка светленькая, совсем не пачкается от вашего цвета. Поэтому этому продукту я ставлю 10 даже из 10. Остальные 5-7-8 без уточнений. Но это тот продукт, на который стоит обратить внимание. Если вы фанат стойких помад, но лайм-краймы для вас нет, потому что в последнее время они уже испортились, как я неоднократно говорила и сетовала по этому поводу, и вам хочется более стойкий крутой продукт, то обратите внимание на эту помаду. Тем более, что стоит она дешевле Lime Crime, стоит она 810 рублей, и, по-моему, сочетание цены и качества это прямо очень кошерно. Это все мои продукты от Kika, о которых я вам хотела рассказать в этом видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока! Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter.